Всем привет, ребят! Наконец-то мы с Маринкой и Светланой Николаевной закончили этот забой, который у нас на заказ. И я сейчас вам покажу тушки вблизи и взвесим их. Сейчас я их позапихаю все в кулечки, чтобы мы их потом смогли взвесить. Смотрите, индюкам 4 месяца. Это одни самочки, то есть курочки. Можно для про индюков так сказать, я не знаю. Желудки и печенка находятся вот. Желчь удалена, печень вся чистенькая, однородная, ровненькая, крупненькая, желудки хорошие, жирок на желудках есть. Я потрошок не делаю, я никогда его не делаю, ребят, я всегда продаю птицу целиком, ни крылья не обрезаю, ни шею. 100 гривен индюки и 90 гривен бройлеры я продаю. Утка тоже в этом году будет 100 гривен за килограмм. Это самки, в них где-то, ну, они вот разные, вот есть прям две вот таких хорошие, прям отличные. Там одна заказывала женщина поменьше, ей пойдет поменьше. Две заказывали покрупнее, им будут покрупнее. Один молодой человек заказал сразу три, поэтому ему отдам три самых маленьких. Он там с родственниками хотел поделиться, они что-то спрашивали, а половинку нельзя. В общем, им будет три самых небольших индюшечки. И я думаю, что они смогут так с родственниками по маленькой тушке поделиться. Ощупь мы производили в темноте. В общем, сейчас я их складу в кулечки. Мы их взвесим, потом пупы и желудки вставим внутрь. Только вот тому человеку, который заказал три штуки, он попросил, чтобы отдельно они были в кулечке. Я не знаю, у меня майка не сильно большая. Я не знаю, влезут они или нет. Маленькие, конечно, влезут. Смотрите, как выглядят тушки. То есть... Разрез произведен сзади. Сейчас, секундочку, вот там вот так. Ну, вроде ничего не течет. Ну, чтоб ничего не было. Смотрите, разрез вот такой аккуратный сзади. И вот точно такой же аккуратный спереди. Здесь удален зуб, отсюда удален кишечник. Тушка осмалена немножко, выглядит такой поджаристой. Весь пух с нее удален. Но я думаю, что тушка выглядит достаточно красиво. Взвешу уже цены, понаписываю на них с утра. Смотрите, продажа у меня будет завтра. Забой произвел сегодня, так как жара невыносимая. Тушки я уберу сейчас в морозильный ларь. И к утру они будут заморожены. Где-то дней через 10 у меня будут в продаже бройлеры. Я также объявлю у себя на канале. Кто из Харькова, можете, будете заказать. Тушки будут выглядеть так же, только меньше в размере. Так как это бройлерные индюки. Ну, буду сейчас пробовать запихать их в пакеты. Ну, морозильный ларь у меня тоже новый. Мы купили его позавчера. Специально перед забоем свинки, который тоже произвел вот буквально позавчера. В тот же день, нет, за сутки раньше, чем привезли ларь. То есть на сутки позже. Вот так. Потом нужно завтра найти с утра где-нибудь побольше пакеты, чтобы было удобнее. Ну вот так. В общем, сейчас повставляю их все. Секундочку, это пусть побольше сюда. Все в пакеты. Если они вместятся. Ну, будем пробовать. Вот так. Красота. Вот. Пакеты, оказывается, маленькие для таких индючков. Вот так. Ну и как-то вот так. Все. Где я положил? Вот это нужно. Вот так протереть. Не вмещаются. Я что-то подумал, что этих пакетов, ну, размера этого пакета хватит, а они малы. Ну, как получается, так получается. И сейчас мы узнаем, какой же вес у индюков. Я думаю, ну, чуть больше 5 до 6, некоторые 7, а вот самые две большие будут килограмм, может, по 7,5. Вот так. Вот. Не вмещается, вы видите. Вот так.
не знаю, как одевать, на что одевать ручки эти. Вот так, чтобы, главное, чтобы не спали. Секундочку. В этом не достал пищевод, то есть трахею. Все удалено. Вот так. Это пусть будет вот здесь. Все. Все. Вот так, ребятки, выглядят тушки. Сейчас мы их взвесим. Пупы и печенки я потом вставлю уже без, вот будет видно, думаю, нормально вес, и сейчас узнаем, сколько же они все весят. Вот смотрите, вот такая индюшечка вытянула на 560 гривен, совершенно недорого для такой тушки. Это на 540. Ну, вот 5600, 5400. Это красотка. Ой, это какая-то самая маленькая. 490 гривен. Какая манюшечка. Это 530. Вот. Это красотка, это 620. Ну, я думаю, хорошие тушки. Они вот небольшие, но они сбитые, кругленькие. Это 530. И вот сейчас, ну, видите, примерно все в одной весовой категории. И вот это самая большая индюшка с весом 7200. Это без головы, без внутренностей, без ног, без ничего. То есть вот такие вот тушки. Сейчас просто вот так всю печень назад, так, которые самые маленькие у них не надо, вот эта небольшая, да, и вот это, да, это тоже небольшая, нет, это побольше, это те, кто заказывал по одной, вот это поменьше, да, то есть вот эти три индюшки, здесь печень я не буду возвращать, а сюда вот так. Я вот всегда вот так продаю. И печень, то есть и желудок, и печень остается внутри индюшки. Все, вот так. Мне так проще всего продавать. Во. И сердце. Сердце тоже находится внутри. Я его
вообще не доставал. Все, ребятки, вот так. Кому нужны будут бройлеры, когда сделаю объявление, пишите, и я вам их доставлю прямо в Харьков. Мы часто туда ездим, в основном у нас путь через Московский проспект. Всем хорошего дня и хорошего настроения. Всем пока-пока.